Лето 1323 от Рождества Христова пришла дружина с великим князем и поставила замок на острове со всех сторон водой окруженным. И была битва между злом и добром. Многие пали тогда у стен крепости, и много узников навсегда остались в темницах ее. Сотни лет прошли с тех пор, и стояла крепость неприступной, пока не вернулись.